Сибирь и Южный Урал окутал дым от лесных пожаров. Красноярские жители жалуются, дышать просто невозможно от гари. В горле першит, а видимость, ну, почти нулевая. Этот едкий, ко всему прочему, дым практически по всем районам города распространился, осложняет обстановку еще и выбросы с промышленных предприятий. Такой вот во всем городе едкий химический запах. То есть не просто смог, как кажется нам, наверное, со стороны. Но основная причина все-таки это дым от лесных пожаров. Там аж 19 во всем регионе очагов. Жителям Красноярска придется жить в таких условиях, как минимум до понедельника. Так что они запасаются респираторами, вообще стараются не выходить на улицы. Но по документам высокого загрязнения воздуха в городе не зафиксировано. Однако от этого сильного смога, которого нет в документах, страдают жители Нового Уренгоя. Горожане массово скупают средства защиты от дыма. Их просто в большинстве аптек не осталось. Так что на выходные многие остались без таких вот средств защиты дыхательных путей, так скажем. Ну, используют подручные, какие-то смоченные в воде марлевые повязки. Ну, хотя сейчас дым чуточку в городе рассеялся, дышать стало, ну, капельку легче. Ждем помощи, вроде как тушат. Но если вы посмотрите за моей спиной, ориентир вам будет между столбами. Очаг возгорания совершенно близок к городу. МЧС направил сюда авиацию, чтобы нам как-то с этим помочь. И дал указание глава МЧС, чтобы за 3 дня все это дело как-то уладить.